Всем привет. В прошлом году посадил землянику розовую. Так и называется розовая мечта. Вот первая проснулась. Зацвела. Вот она такая. Ну, не знаю, я не смотрел, есть ли вообще такой сорт или нет. Предложили, я купил. Не знаю, как на вкус, но красота неописуемая. Издалека так видно, хоть еще и маленькие. Ну, садил не одну, но пока все. Посмотрим остальные. Прижились или нет. Да. Растет она здесь под абрикосы, которая благополучно сгинула. Отойдет она или нет, я не знаю, но с нее он капает сок, листьев мало, все в основном вот такое. В прошлом году это было буквально там сантиметров 10, но урожай никак не сказалось, то в этом году по 40, по 50 сантиметров. Вот такие вот капельки висят. Обрабатывались купоросом 3%, но все равно и все из-за вот этого вот соседского дерева, это абрикосы. Там вообще практически листиков и не осталось. Ранняя была вкусная, но уже с прошлого года у меня такие проблемы начались. Да, земляничка все-таки красиво так цветет. Горчица уже, а это не горчица, горлица, бесрепица, как назвать. Сидират уже так зашел. Озимый. Некоторая клубника прямо на глазах подскакивает, цветет. Прошлогодние посадки, а на новых хожу, забираю их цвет. Ну, пускай пока побудут без цвета. Скорее всего, уеду теперь надолго. Какие-то вылезут, бесспорно. Те, что пока сейчас уже вышли, то буду удалять. По плану еще должен был здесь сделать капельный полив. Но как всегда, что-то да помешало. Тройники все купленные. Ни один не держит воду. Поэтому в следующий раз уже буду заниматься этим. Да, ну и сорта вот львовская ранняя. Начинает цвести. По одному, может, оставлю для пробы. Яблони цветут тоже такие красивые, прям большие цветки.
уйма. Еще не дождусь, пока Freedom и Живика вылезет. Ремонтантная подрезал 0 в прошлом году, а ее все нет и нет. Ку-ку, а нет, пока нет. Ну зато радует, конечно, Киова одним уже своим цветком. Может же завяжется что-то. Вечер такой уже, тишина, собака нарушает. А здесь вот нагрушки на декоре. Вон сколько будет уже. И здесь вот тоже завязываются. Борьба с тлей тоже происходила. В прошлом году, в прошлый раз приезжал здесь, тля видал. Здесь вроде бы как все нормально. Это я манку насыпал. В прошлый раз насыпал, то пропало теперь везде. Пачку килограммовую пошел, поразбросал. Не думал, что смородина, эбони и Биг Бен будут так тли бояться. Практически вся остальная смородина стоит. А ее жрут беспощадно. Верхушку все отбили у эбони. Так вот. Так и бывает. Тоже разбросало здесь. От муравьев. Говорят, что они это поедают. У них потом животы набухают, они и дохнут. Но разбрасывал, то не уходили, но все было временно. Но здесь уже так более, так сказать, радикально, если верить тому, что говорят. Ну, по крайней мере, на груша подействовала. Вот этот куст золотистой смородины почему-то не цветет. Тоже он гадость какая-то. Какой-то клещ или что ее так побил. Думал, что вообще ее никто не жрет. Что-то такое серьезное. Блин, а на смородине только нижние, самые нижние веточки остались. Раз, два, три, четыре, пять. Так вот. Хоть бы не пришлось все удалять. Так, блин, такой высоты, не знаю, очень большие. Там мы уже подрезали, сейчас они метров по пять. Да, два роста их никто уже были срезаны. Метров до 20 доходили. Старые они, сколько я себя помню, столько они и были. А мне уже 43 будет. Так вот.